Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. И сейчас я покажу вам, как скрыть уведомления на экране блокировки. Итак, мы открываем настройки и проходим в раздел уведомления. Выбираем экран блокировки, и здесь мы можем либо показывать содержимое уведомлений, настроить здесь, каких приложений показывать, либо скрыть содержимое. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.